Итак, сегодня мы находимся на пляже Холлоуэйс в районе города Кернс, где я живу. И проверяем, как работает новая камера в режиме видео. Погодка сегодня замечательная. Море красивое. И так, проверим зум. Какие-то люди пошли, собачка их не побежала. Ну-ка проверим, как собачка выглядит в приближении. Так, собачка нормальная. Люди. Да и люди ничего. О, только надо трудно держать ее, чтобы не дергала. Ну вот так, собственно.